Москвич Семен Ломасов – самый титулованный участник соревнований. Он – действующий чемпион мира по шахматам среди спортсменов младше 14 лет. Этим видом спорта Семен увлекся еще дошкольником и уже 10 лет не расстается с шахматной доской. Я думаю, я пришел туда, ну, в какой-то мере, случайно. То есть, мне показал, как играть папа. Мне очень понравилось. Я увлекся. У меня есть неплохие задатки, неплохие успехи, так что я буду продолжать заниматься шахматами, мне это нравится. Всего в Белгород приехали 157 шахматистов. Самому младшему только исполнилось 11 лет. География участников широка. Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Псков, Тольятти, Архангельск. Всего 13 городов выставили на соревнования свои команды. В рамках всероссийского первенства проходит 7-й Кубок Белогорья по шахматам, посвященный 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мне очень нравится в шахматах творчество самого, что игра была сама по себе красивая, что постоянно нужно как-то обдумывать, да и почему бы себе мозг лишний раз не понапрягать. Я просто такой тихий, спокойно размеренный человек, и шахматы являются таковым видом спорта, и в котором нужно думать, смекалку проявлять, логику, и поэтому шахматы – это мой выбор. Соревнование интересное. Это борьба между школами, между регионами. То есть для ребят хорошая тренировка, особенно важна для наших, для белгородских шахматистов, поскольку выезжать не так-то просто многим. Поприветствовать спортсменов и сказать им напутственные слова пришли начальник областного управления физкультуры и спорта Олег Сердюков и руководитель городского управления Михаил Носков. В новом учебном году в Белгороде стартует пилотный проект по внедрению шахмат в школах. С начальных классов детей будут учить правилам и особенностям этой игры. Это позволит детям развиваться интеллектуально, более гармонично. И я думаю, это... Среди этих школьников найдется много любителей шахмат, которые в дальнейшем будут профессионально заниматься этим видом спорта и достигать максимальных результатов. Турнир продлится до 12 августа. Победителей определят в двух видах – быстрых и классических шахматах. Призовой фонд в этом году составляет 100 000 рублей. Анастасия Матухно, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.